Предложение только сегодняшнего дня в рубрике «Мода» – это костюм Памелы специально для вас. Самый модный костюм 2022 года для вас в стиле 70-х. Именно эта эпоха вдохновлялся модный французский дизайнер. Прямо сейчас для вас из легкой струящейся ткани костюм – настоящая находка для летнего гардероба от бренда «Симона». И представит наш стилист, имиджмейкер Микола Комендров. С радостью представлю бренд «Симона», ведь он с 2018 года на российском рынке. Это действительно французское настроение и французский шик. Сам Поль Клотье вдохновлялся своей бабушкой, в честь которой он и назвал данный бренд. Это действительно стиль 70-х. Это та самая Франция, прибрежные города, тепло, комфортно и легко. Поэтому давайте сегодня окунемся в главное предложение дня, состоящее сразу из двух вещей. Это значит, не будет головной боли, что с чем сочетать. Да и разделить данный комплект тоже будет очень легко. 100% вискоза обеспечит полное погружение в ту самую эпоху 70-х, именно к тем самым взморьям, на которых отдыхала сама Симона. Ну и, безусловно, яркие цвета выделят вас как минимум из толпы, максимум подарят вам настроение, ведь цветотерапия нам с вами сейчас необходима. Да, обожаю телеканал «Шопеншоу» за то, что можно выбрать несколько оттенков. Посмотрите, какие восхитительные костюм Памела у нас есть в голубом цвете. Вы сейчас видите на ваших экранах, на модели. Это прекрасная классика, это замечательная база, если вам нужен в офис летом, например, костюм, но хочется вот такой свободный и легкий вариант. Красный цвет – это мой выбор, и я очень люблю яркие оттенки. Вы прекрасно можете сочетать с яркой бижутерией. Также цвет пудровый, он более спокойный для романтичных натур, посмотрите, какой нежный. А если хочется цветов, если хочется яркости и буйности красок, это цвет фуксия, кстати, Олечка Гриднова сегодня его выбирает, мне уже сказала. Горчичный цвет, это как раз такой стиль, как мы с тобой говорили, сафари. Сафари, да. Можно выбрать для себя вот такой оливковый, по факту оттенок, напоминающий дольку лайма, которую вы добавляете в коктейль мохито. Можно выбрать вот такой вот арктический прохладный цвет, он будет называться бирюза сегодня в заказе. Также небесно-голубой оттенок выбирает Ксения к этому часу для себя. И завершаем палитру темно-синим цветом неви для тех, кому в офис все-таки нужны не яркие оттенки, а спокойные. Или наоборот, у них большое количество ярких украшений, которыми они его разбавят. Цена у нас сегодня, только сегодня на костюм из двух вещей 2999 рублей. Менее 3000 рублей вы получаете уже готовый костюм, который вас подчеркнет. Размерный ряд у нас от 48 до 62. Как же, Микола, мы выбираем дистанционно, когда две вещи в одном заказе? От 48 до 62 мы забираем четко размер в размер. Мы уже выяснили, что у костюма есть дополнительный припуск, поэтому в каждом размере данное изделие будет иметь еще до 5 сантиметров свободного кроя. 50-й размер вам демонстрирует Ксения в монообразе, то есть она сочетает его целиком в застегнутом виде. Высокая посадка, эластичная резинка. Также есть встроенные карманы в зоне груди на рубашке и вточные карманы в боковые зоны по шву по брюкам. Брюки длиной 101 см, рубашка по задней спинке 78, по передней спинке составляет 68. Костюм Памела специально для вас 7 мая. За 8 минут презентации было продано более 200 костюмов. Именно поэтому мы сегодня выбрали его главным центральным предложением всего дня. И вот как раз Мария Петровна оставила отзыв, потому что уже выбрала именно 7 мая себе костюм. Видела в модном шоуруме такой костюм, но размеры были только для худеньких. Увидев костюм Памела в эфире, радости не было предела. Заказала себе цвет фуксия. Спасибо телеканалу за модную комфортную одежду. Спасибо вам огромное за то, что оставляете свои отзывы. Мы именно поэтому выбираем все самое лучшее для вас, самое легкое и комфортное. 2999 рублей. Сразу две вещи. Вы получаете полноценный костюм как база вашего гардероба. Вы получаете восторженные отзывы и ваши ощущения легкости и невесомости. Это все про костюм Памела от бренда Симона. И вот уже стилист Микола Комендров пробирается к нам. Да, пробирается к нам. Так тяжело было пролезть. Все очень подробно вам рассказать и показать. Итак, конечно, это база, конечно, это важно, когда у нас есть в гардеробе один такой костюм, купленный единожды, да, менее 3000 рублей, и сразу огромное количество образов.
Да, и у нас с вами данное предложение мы еще и замерим, потому что все-таки ткань у нас с вами не тянется, а для вас это очень важно. Здесь приспущенное плечо, то есть от ГОСТа, где 12 сантиметров, увеличено до 24. То есть ваша рука, острое предплечье или пышная грудь в такой форме приспущенного рукава чувствует себя комфортно. Здесь длина будет составлять 60 сантиметров. Конструкция подмышечной проймы соответствует именно втачиванию тоже 60 сантиметров. Рубашка в 52-м размере идет не на 120, а на 138. То же самое идет по брюкам. То есть на Анне брюки 52-го, как и рубашка, это ее размер. И обратите внимание, здесь есть дополнительный материал. То есть бедра должны быть 112 в 52-м, а по факту здесь брюки идут каждая, то есть с обеих сторон, если померить, то 136 сантиметров. То есть есть еще 16 сантиметров общей свободы. Максимально высокая посадка и хорошо растяжимая резинка. Да, именно поэтому мне понравилось. Я выбрала себе 50-й размер, вы видите. Мне не хотелось поменять рубашку или брюки. Именно за счет высокой посадки, эластичной ленты, наконец-то брюки сели идеально. Итак, выбирайте для себя. Менее 3000 рублей. 2999 рублей цена за костюм Памела от бренда Симона. Выбирайте сразу две вещи и огромное количество образов у вас в гардеробе. И легкая струящаяся ткань, как мне это нравится. Летящий, комфортный образ, в котором вы будете поражать, вдохновлять. Главное, чувствовать неимоверный комфорт даже в самую жаркую температуру. Вот как раз у меня сестра летом вынуждена была работать в офисе. Ей нужен костюм, но невозможно жарко находиться в стандартных костюмах, да? А когда вы берете костюм, и у вас обязательно есть юбка, джинсы, топ, брюки. Вы посмотрите, какое количество образов вы получаете. Вы сегодня выбираете для себя костюм Памела, один костюм, и у вас сразу из вашего гардероба от 8 образов. Мы считали специально для вас. Более того, из нашего часа вы можете сочетать, соединять и выбирать все самое лучшее для себя. Итак, костюм Памела от 48 до 62 в ярких оттенках. Красный я выбираю. Только сегодня цена 2999 рублей. Оливковый цвет у нас выбирает Анечка, вы поэтому можете прямо сейчас выбрать для себя. Более 200 продано 7 мая. Это говорит о том, что вы оценили поистине и внешний вид, и комфорт.